Приветствую вас, братья и сестры, словами апостола Павла в послании к римлянам, глава 16, последний 24 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Продолжим разговор о песнопениях и молитвословиях канона Евхаристии. Мы слушали знаменный распев, слушали сочинение Виктора Сергеевича Калинникова, написанное в стиле, в духе, в традициях церковных распевов. А сегодня я предлагаю послушать песнопение, сочиненное священником Василием Федоровичем Старорусским. Это известный был священнослужитель, регент, духовный композитор и содержатель собственного хора певчих. То есть все средства, вроде меня, которые ему посылал Господь, он вкладывал в то, чтобы с этим хором исполнять, ну, тогда не было звукозаписи, духовные песнопения, ну, в том числе и его собственное сочинение. Василий Федорович Старорусский, «Милость мира», номер один, так называемая, в переложении для мужского хора. Первый возглас протодиакона «Станем добры, станем со страхом» произносит солист Большого театра Александр Петрович Коробкин. Сегодня послушаем первую часть. Три возгласа и достойные праведные действия. Станем добре, станем со страхом, вон мем свято возношение в мире приносите. Слушали первую часть песнопения «Милость мира», номер один, музыка священника Василия Старорусского. Прощаемся с вами до завтра. Завтра продолжим. Всего доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы, песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская, песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижение креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае.
тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.